Всем привет! С вами Светлана, и сегодня хочу снова предложить излишки своей коллекции колеусов. Сейчас вечер, я полила их и вот занимаюсь, вот орошаю их из пульверизатора водичкой, потому что на улице у нас последние дни очень жарко, и поэтому нужно все поливать. И вот так вот каждый день, каждое утро, каждый вечер я их опрыскиваю, потому что на балконе у меня очень жарко. Очень жарко. За цветами нужно ухаживать. Вот. И поэтому у меня снова и снова вот такая вот работа. И я хочу показать, какие у меня есть. У меня есть колеусы. Некоторые сортовые, некоторые из семян. Колеусы хорошо укорененные, уже достаточно огромные молодые кустики. Ну, например, вот посмотреть, если вот это вот этот колеус Gold, ну вот такой он уже огромный. Достаточно вот здесь вот много. Также есть череночки немного меньше, тоже вот различных колеусов, и вот так вот они выглядят. Здесь вот еще достаточно много разнообразных сортов, некоторые еще подрастают. Вот такой вот красавец, я еще пока его, у меня его пока нет в больших излишках, но думаю, скоро появится. Вот такой вот уже скоро можно будет рассаживать. Вот он цветет, буду собирать семена. Также недавно у меня появился вот колеус, я не знаю какой сорт, такой симпатичный, может кто знает, подскажет мне этот сорт, сорт этого колеуса. Дальше есть вот такие вот зелененькие вот красавчики на продажу. Вот такие вот. Все сорта у меня есть в Одноклассниках и ВКонтакте. Расписаны фото, где какой называется колеус. Вот такие вот розовые с зеленым. Интересные. Дальше здесь у меня есть вот тоже один из новых. Вот такой вот, ну, он тоже подрастает. Скоро буду черенковать. И также предлагаю вот эти все колеусы, которые у меня подросли, срезанными черенками, если кто может сам укоренить. Ну, такие вот достаточно интересные растения. Вот этот вот очень мне нравится, такой яркий, красивый. Дальше. Вот этот вот тоже сорт неплохой. Он из недавно так очень сильно разросся. Вот так вот он выглядит. Вот этот вот красивый тоже. Очень много вот таких вот веточек дал. Тут этот вот интересный, вот такой вот в капочку, в крапинку. Дальше, это тоже один из сортов таких ярких. Вот эти два симпатичных. Это все из семян выросли. Вот из семян тоже такой вот, похожий на колеус ананас. Это вот более такие розовые вот листики. Здесь несколько колеусов вот пятнистые, типа как мозаичные. Вот такой вот темненький, светленький. Вот такой вот интересный.
Так, и на другой стороне у меня здесь тоже колеусы все из семян подрастают. Вот такие уже довольно крупные. И вот здесь вот остались колеусы американский сорт палисандра. Они уже достаточно подросли. Вот такие вот. Такого шоколадного цвета. Достаточно много всего, которое можно приобрести в июле, в августе, в сентябре и в октябре. Всех, кто хочет пополнить коллекцию колеусов, приглашаю на свои странички в социальных сетях, в Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке. Обращайтесь ко мне в личку по поводу их приобретения. Всем хорошего настроения, удачи, пока, до новых встреч!